Вот такая погода. Град идет. Миллиметров 5-7, а то и более даже градины идут. Вот видим, какой ураганный ветер. Все сносит. Действительно, погода ненастная. Вот град. Как шумит, как гудит. Ветер какой порывистый. Сильный ветер. Град сразу тает, потому что погода теплая на улице, около 18 было тепла. Но зимки где еще сохраняется. Вот видим, где воды нету, там здесь вот такой град сыпет. Вот смотрим, какой град. Во-во-во. Видим такой, ой, такой порывистый. Все сносит, господи помилуй. Такой идет сильный-сильный град. Такого я еще не встречал, чтобы такой порывистый ветер был и сильный град. Град, прямо град такой бьет, сильный. У меня машина на улице стоит, неизвестно, что будет с ней. Вот такая погода ненастная. Притихает и тут же сразу опять спустится вон вперед. Сейчас подойду к забору и посмотрим, какого размера ледяные камешки. На улице немножко похолодало до плюс 12. Но где потолще намело градинок, он еще лежит. Вот видим, какой он крупный, более 5 миллиметров. Здесь у стены дома его набралось толщиной около 3 сантиметров. На огороде, как земля еще теплая, он быстро тает. Клубника цвела во всю свою красу. Но теперь что с ней будет, увидим. Что не вымерзло, то градом добивает. Вот такая непредсказуемая погода на 27 мая 2017 года.